Индейцы Сиу и активисты-природозащитники празднуют победу. Власти США приостановили строительство нефтепровода, который должен был пройти под землями коренного населения штата Северная Дакота. Магистраль должна была доставлять сланцевую нефть на завод в Иллинойсе, отчасти вдоль русла реки Миссури. Теперь исполнители проекта заново займутся оценкой рисков для окружающей среды. Проблема в том, что власти США уже с давних пор обманывают коренные народы, и точно так же крупные корпорации пытаются обмануть всех сегодня. Это ведь только вершина айсберга всех тех проблем, которые влияют сегодня на нашу жизнь, на наше будущее. По мнению протестующих, проект нефтепровода стоимостью 3,5 миллиарда долларов мог привести к значительному загрязнению окружающей среды, в частности, мест проживания представителей коренных народов США.